Что происходит в голове у шимпанзе? Как узнать, о чем они думают? Их нельзя просто спросить. Возможно, геном человека и шимпанзе идентичен на 98%, но оставшиеся 2% решают все. Чтобы понять, как наши ближайшие родственники видят мир, нужно дать им способ рассказать об этом. Это и стало целью исследований, описанных в этом фильме. Здрасте, это «В мире животных» передача. Вот этот голубь, отбившийся от стаи, пытается затесаться к ним опять. Ну, судя по всему, они его принимать-то особо-то не хотят. Это да, я бы его тоже не принял. Его только принять полицию.